Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». Удар, еще удар, опять удар. В Самаре открыли бойцовский клуб «Витязь». Здесь работают тренеры по боксу, карате, тэквондо и смешанным единоборствам. За их плечами сотни побед на турнирах от городского до международного уровня. Однако главный сюрприз презентации – легендарные гости. Боксеры-профессионалы Денис Лебедев и Александр Поветкин. Что такое спорт? Что такое единоборство? Единоборство – это не только... Да, там выяснение отношений в ринге. Надо быть готовыми быть и умными, и сильными одновременно, одинаковыми, и добрыми в то же время, и уважительными. Вот. Это также гигиена спортсмена. Она приучает мальчиков и девочек быть чистыми, опрятными, не опаздывать на тренировку. Это в жизни очень нужные и хорошие качества. Самое главное – не сдаваться никогда, потому что будет тяжело. Всякое может быть. Надо уметь переступать через себя. Как раз спорт этому учит. Чемпионы мира по боксу своих секретов начинающим самарским бойцам на открытой тренировке не раскрыли. Готовятся к предстоящим боям за титул. Зато любители показали гостям, на что способны. Почетный президент Федерации бокса Самарской области Андрей Королев и президент Федерации Василий Шишов увиденным остались довольны. И рассказали о планах. Открыли несколько залов боксерских. Открыли... Сейчас добились все-таки, что у нас будет лагерь «Радуга», круглогодичный для боксеров. Ну, там все виды спорта, ну, очередной раз боксеры будут. Стараемся, тренируемся, готовимся. В клубе единоборств «Витязь» школьники тренируются бесплатно. Федерация бокса Самарской области надеется, что из новых молодых бойцов вырастут олимпийские чемпионы. А профессионалы Денис Лебедев и Александр Поветкин обещали вернуться в Самару, провести серию мастер-классов для начинающих спортсменов. Это все новости к этому часу. Больших побед вам. Удачи!